нас лето на дворе, и не всегда хочется есть что-то такое горячее, да, или трудно приготовимое, да. Поэтому сегодня я вам хочу подсказать одно новое уникальное блюдо, которое называется мороженое из черного хлеба. Да, это удивительное сочетание, действительно звучит как-то нереально, кажется, но, посмотрев этот видеоролик, вы узнаете, как это доготовить. Это действительно изумительно, вкусно и сытно. Как раз летнее блюдо. Посмотрите, как я это сделал на свой день рождения и показал это все в званом ужине на канале РЕН-ТВ. Так что смотрите, наслаждайтесь и повторяйте это блюдо. Там весь рецепт есть для вас. Десерт. Торт-мороженое с черным хлебом и мандаринами. Необходимые ингредиенты. Брикет мороженого. Ну, естественно, черный хлеб бородинский. Кекс шоколадный. Так, схитрим немножко. И, естественно, мандарины. И мы еще туда добавим миндальных орешков. Хорошо. Можем приступать? Да, конечно. Давай, что будем делать? Значит, пока я буду крошить черный хлеб, предлагаю тебе порубать немножко орешков. Хорошо, не вопрос. Если все-таки Олег в свой десерт добавит настоящий черный хлеб, то это будет весьма-весьма пикантно. Нужно аккуратненько попробовать, если это съедобно, если не раздражает вкусовые рецепторы, то тихонечко есть до конца. Скажи, пожалуйста, откуда такой необычный рецепт? Ну, честно говоря, где-то я что-то такое слышал, решил попробовать сам и на свой страх и риск намешал как-то ингредиентов. И ты знаешь, получилось. Получилось неожиданно вкусно. Люди просто облизывали пальчики, просили рецепты. То есть сегодня ты будешь подкупать с помощью своих блюд соперников? Ну, естественно. Но сначала эти блюда надо приготовить. Не теряя времени даром, Олег крошит и готовый шоколадный кекс. Теперь можно делать микс из кусочков хлеба, кусочков кекса и половины мороженого. Когда смесь готова, часть ее вливаем в лоток и присыпаем измельченным миндалем. Снова выливаем мороженое-хлебный микс и добавляем дольки заботливо очищенных мной мандаринов. Выкладываем вот так вот, спинками вверх, чтобы, так как мороженое будет подаваться порционно, чтобы его можно было разрезать, и у каждого было по одной дольке. Я люблю мороженое и люблю мандарины. Но если это все будет в перемешку с черным хлебом, то я это есть не буду. Так, мандаринки уложили. Дальше. Теперь быстро перемешиваем другой слой грубого помола, так, чтобы на вкус мороженое было разное. Ух ты. Чуть погрубее. И теперь просто это аккуратно раскладываем сверху так, чтобы дольки мандарина не успели потонуть. Здесь важно работать быстро. Так. Не только потому, что у нас осталось мало времени, но и потому, что мороженое может быстро растаять, его надо срочно в морозилку. Но перед этим еще несколько штрихов. Быстро посыпаем торт измельченным миндалем, а украшаем цельным. Ну а теперь? Так, ну и теперь это произведение будет дожидаться гостей в морозилке. То есть десерт готов? Торт-мороженое с черным хлебом и мандаринами. Готов. Финальный званый ужин недели подходит к концу. И его хозяин, массажист Олег Захаров, подает к столу десерт. А вот и вот я. Так, здрасте. Плиз, пожалуйста. С орехом. Спасибо. Ну, сейчас вам достанется. Десерт на вид, конечно, был не очень красивый. У него цвет был какой-то подозрительный. Он очень был живописный, разноцветный, фиолетовый и там какой-то в крапинку. Я настолько впечатлена, что у меня даже нет слов. Тут есть все. Тут и какие-то и орешки, и шоколадка тоненькая, такая холодненькая. И, по-моему, какой-то печенье есть. И весь сок этого блюда в том, что я не могу понять, что есть. То есть это есть какая-то загадка этого блюда. И это безумно вкусно. На вкус десерт меня поразил, удивил, восхитил. Потому что я никогда в жизни не ела такого. Мне тут помимо ореха досталось еще что-то в виде мучного, по-моему, какого-то кекса, и какой-то фрукт. Может быть, даже персик. Честно скажу, не знаю, но очень вкусно. Если бы Олег поделился со мной этим секретом, я бы приготовил такой десерт
и готовил бы его довольно часто, потому что мне он очень понравился, он очень вкусный. Мне вот нравится больше цветовая палитра этого десерта. Сейчас она подтает, ты его отведай. Я уже попробовала чуть-чуть, и на цвете пока остановилась. Черный хлеб с мороженым – это просто абсурд, и я даже не знаю, как он до этого вообще додумался. Я, конечно, с большим удовольствием поменял бы на вторую порцию мяса, но я думаю, что мне здесь поблажек не будет. Поэтому съедаю мороженое, получаю удовольствие. Ну, не максимальная оценка, но довольно вкусно, за оригинальность хвалю. На вкус десерт был немножко необычный, но я не скажу, что это вкусно. На самом деле это большой эксперимент. Мороженое с черным хлебом. Так мы скоро докатимся, что начнем есть мороженое вместе с селедкой. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам приятного аппетита. Давайте, до новых встреч. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в своих любимых социальных сетях. Здесь внизу есть кнопки. Вот там вот лайки, здесь подписка на канал. А вот еще ряд такой внизу кнопок «Поделиться», да, это ваши социальные сети. Пожалуйста, делитесь, пишите комментарии. Ну, я с вами не прощаюсь. До новых встреч!